наших предков. Повсеместно в стране, да и не только в нашей стране, а во всем мире возрождается кустарное ремесло. И мы с удовольствием покупаем посуду ручной работы, сделанную из природных, экологически чистых материалов. Вот и получается, что посуда, сделанная когда-то, несколько веков и даже тысячелетий назад нашими предками, казалось бы, из подручных материалов, глины, песка и дерева, популярная сегодня.